Похоже, скоро настанут времена, когда отечественные игры не будут ни в чем уступать зарубежным. Российская компания New Media Generation выпустила прекрасную бродилку «Призрак старого парка». Эта необычная игра перенесет вас в атмосферу таинственного дома-призрака, построенного гениальным механиком. Безобидное на первый взгляд строение вдруг превратится в гигантскую мышеловку. Неожиданности и головоломки будут подстерегать непрошенных гостей на каждом шагу. Комнаты непонятным образом начнут поворачиваться, шкафы и лестницы передвигаться, а внезапно закрывающиеся двери будут усугублять и без того безвыходное положение. Ваша задача — распутать все хитроумные головоломки и выбраться из этого мрачного дома. Бродилка полностью трехмерна и содержит хорошую анимацию. Оригинальная музыка, звучащая на протяжении всей игры, создает полное ощущение реальности происходящего. Для разработчиков эта игра станет, по-видимому, первым этапом в выпуске бродилок мирового уровня. Еще одно небольшое замечание. Сегодня уже настали времена, когда игрушки не хотят запускаться на компьютерах с 486-м процессором. Поэтому для приятного общения с призраком старого парка необходим Pentium с 16 мегабайтами оперативной памяти и 4-скоростным CD-ромом.